дает тебе доску и дает, так сказать, вот кусок, уголок такой, что, так сказать, да? Доска это, ну, да, и стойка такая, да? И вот эта стойка, на нее положишь ножку, один конец, второй конец стенки есть, такая вот присутствующая. И на нее, да, и поймешь, это перебежка, да? Вот так ложили спать, вот эти 2 суток, я думаю, да? И в 6 часов подъем, нормалей, так сказать, да? И вот это чистить оружие, так сказать. И вот, значит, оттуда было принято решение, автоматчик с автоматом, через лес пить у меня, мы с ним идем, мы очень долго, по-моему, где-то шли, так сказать, да, меня там что-то такое вот это резали, помню, так сказать, вот, и потом это еще раз, конечно, как-то раз мы водили, так сказать, наверное, да, вот этот вот шрам связан, так сказать, с этой позицией, но самое интересное, я запомнил, так сказать, что меня под автоматом вели через гражданский Петербург, то есть люди здесь обычно ходят, а мне... Какой год? Ну это было где-то между 48-м и 51-м.